Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion. Так, давай откроем сундук, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, изумруд, 114 голды. Так, мастерицы клинка и стена. Так, ну что, друзья мои, я создал клан. Правда, он уже у нас заполненный весь. Абсолютно весь, ребята. Так, клан у меня называется, как обычно, Легион. Так, полностью, ребята, все места забиты. Так что, если кто-то вдруг уйдет, милости просим. Так, и что? И теперь нам доступны, естественно, клановые рейды. Так, модификаторы. Уничтожьте все камни жизни, чтобы сделать Лишира намного более уязвимым к урону. Постоянно выпускать на поле боя ворон для отвлечения врагов. Да, ребят, я с ним уже дрался неоднократно. И вот все, что у меня осталось. Это эликсир времени. Добавляет 10 секунд к таймеру рейдового босса. Ну, то есть на босса дается определенное время, чтобы его завалить. И это плюс 10 секунд. Фигня какая-то полная, если честно. Так, здесь... Почему у меня вот это задание исчезло, ребята? Все, видимо, сезон закончился. И скоро здесь закончится. Так, добавить отряд. Победите в боях против вражеских отрядов. Барабанщик с помощью паладина. С помощью катапульты и с помощью паладина. Так, тут 225 опыта, тут 448 голды. И темная пустыня, ребята. Вот такой вот чувак будет доступен, если мы наберем 400 очков. Конечно, хотелось бы собрать. Так, ну и с грибочками тут все понятно. Значит, нужно добавить барабанщика в наш отряд, я так понимаю, да? Барабанщик, ну, предположим, я его найму. Предположим, я его даже прокачаю. Вот, вместо кого его, сколько он занимает ячеек? Покажите-ка мне, пожалуйста, его. Две. Можно убрать вот эту паутину. Что-то она мне не особо понравилась, если честно. И вместо него поставить вот барабанщика. Сюда. И попробовать. Посмотрите, ребята, что из этого получится. В бой. Контракт принят. Вопрос в другом. Нафига мне здесь корни? Корни мне уже не нужны. Ё-моё. Да мы тут фейлимся, ребята. Фейлимся по-крупному. А знаешь почему? Потому что я забыл убрать вот эти вот корни. Это у меня надо было там проходить, ребят, задание. Поэтому давай-ка мы с тобой их уберем. Эти корни. Это раз. Так, собаки, почему у меня так далеко? Вы должны вообще впереди быть. Вот так вот мы их поставим. Так, этих ребятулек влепим сюда. Так, грибы пускай стоят здесь. Бомбер пускай стоит тут. Так, скелетов, точнее зомби, переместим немножко ниже. Лучников в кучку. Барабанщик, наверное, сюда поставим, чтобы он захватывал, да, радиус. Ну что, давай попробуем. Нам нужно победить барабанщик с помощью паладина. То есть мне такое ощущение, что мне здесь нужен паладин. А здесь вообще катапульта. Слушай, дай-ка я проверю. Катапульта у меня есть. Мне нужно ее поставить вместо кого? Вместо кого мне поставить катапульту? Она жрет, к тому же, три, ребята, энергии. Три. Куда я перешел, а? Ладно, давай посмотрим вначале так. Опа. Нифига у него там отряд, посмотри. Да, он достал. Блин, этот у меня пробежал мимо просто-напросто. Не-не-не, ребят, здесь... Не получится у меня ничего. Потому что у него здесь и голем еще, к тому же, ко всему прочему. Плюс этот некромант, который молниями бомбит. Шансов здесь, конечно, вообще нету. Хоть и маг там помогает, конечно, заклинаниями. Но видишь, он уже переключился, ребята, на моих лучников. Безрезультатно здесь, конечно.
Зажарит, зажарит. Ай-яй-яй. Ну, хотя бы грибы, может, сработают. Слушай, где... где мне взять... У меня же есть паладин. У меня есть паладин, я же помню. Вот он, по-моему, да? Он берет 3 энергии. Он берет 3 энергии. Ну и что мне сделать? Кого мне тут убрать? Отряд копейщиков. Не годится. Мага заморозки есть только убрать. Опять же, а вот, 3. Так, и теперь поставить, например, паладина. Вот так вот, что ли, это должно все выглядеть? Не знаю, можно проверить. Можно, ребята, проверить. Ну-ка, в бой. Как это все будет выглядеть, ума не приложу. Барабанщик идет за паладином. Так, а у него, кстати, тоже паладин. Смотри, вон он. Но меня тут лучники, по-моему, сейчас расстреляют. Барабанщик там бегает, не знает, куда ему приткнуться. Нет, ребят, нас здесь расфигачили, к сожалению. Я ума не приложу, как у него такая армия. Плюс еще у него и стены даже есть. Сейчас посмотрим, кто кого расстреляет. По-моему... А нет, мы должны... Серьезно? Ладно, хотя бы получили 7 гемов. Угу. Так, а вот здесь, ребята, я все-таки не могу понять. Победите в боях противников вражеских отрядов барабанщик с помощью катапульты и с помощью паладина. Не врублюсь. Вот не могу понять. О, паутина эта чертова, ребят, появилась. Ну, алхимиков вот этих сейчас, если забомбим, это будет уже круто. Слушай, а что он тоже паладина? Он, по-моему, копирует мой отряд, ребята. У него тоже паладин есть. Ну и все, и опять меня здесь раскромсали. Трындец. Фиаско. Ну, если я, например, вместо паладина поставлю катапульту, к примеру. Она тоже жрет 3 энергии, насколько я помню. Где она, катапульта эта? Вот она. Так, уберу, к примеру, паладина и поставлю катапульту. Вот так вот. Хочу просто проверить, как это все срабатывает. Неужели катапульта должна подбить кого-то под барабанщиком? Только после этого что-то у нас получится. Контракт принят, поехали. Ну, допустим. Такой тут этот сумбур, ты посмотри. Блин, ты посмотри, сколько она выплевывает этих. Да, катапульт это полное фуфло. А кто это у него такой? Это паладин, ребята, идет. Это идет паладин. Ну, и посмотрим. Я не знаю. Я не знаю, как это работает на самом деле. Ну, видишь, вроде бы катапульта подбивала-подбивала, но нам почему-то не засчитали. Ладно, фиг с ним. Давай пойдем с тобой набивать 10 уровень. Вот такой, ребята, у меня отряд получается. Погнали в бой. Так, голем 4 уровня. Големчик у него. Ну, что у нас тут получается? Все фигово, ребят, все очень фигово. Алхимики бомбят. Эти у меня замедленные, как всегда. Блин. Вот скажи мне на милость, как он вмещает столько войск, а? Как он это делает? Сейчас башню уничтожат, нет? Нет, не успели. Там еще эта лучница, блин, вшивая. Ты посмотри. Сфейлились. К сожалению, сфейлились, ребята.
Жестко, конечно, здесь очень стало тяжело играть, ребята. Тебе вот целенаправленно дают заведомо сильнее противников. Вот я уже это заметил. Так, я могу кого-нибудь прокачать? Нет, этого я не могу. Так, смотрим. Лучников. Хватит. Так это первый уровень. Мне не нужен первый уровень. Алхимиков, может быть. 600 надо. Так, зомби. Где мои зомби? Скажи-ка мне на милость. Вот, они... Они прокачаться не могут. Не хватает нам осколков. Так, это паладины эти вот как-то. Безликие рыцари. Что-то мне вообще, ребят, как-то не особо зашли, если честно. Их надо прокачивать, чтобы их было больше. Может быть, вернуть ассасинок мне на место? Я их убрал. Может быть, их вернуть? Песики опять у меня что-то позади всех делают. Зачем? Ладно. Давай попробуем. Ролим. Да ё-моё. Ты-дыч. Големы. Как меня бесят вот эти ребята големы. Вот я тебе серьезно говорю. Просто раздражают. Вот то, что они делятся, блин. Двое, потом еще трое. Мелких уже осколков будет. Да. И остаются у меня лучники. Все, их раскромсают сейчас. Все, что-то не катит никак. Специально, да, все это сделали? Так, давай-ка, бомбер, иди сюда. Так, маг. Наверное, мы сюда его поставим. Попробуем вот такой вот тактикой. Можно, конечно, еще... А, нет, стенку мы уже не поставим с тобой. Ну, попробуем. Теперь они снизу. Катапульта, да, у него там? Ну, давай, давай, давай. Богатыря снесли уже. Давай, давай, стреляем, ребята. Лучник откуда-то выбежал, непонятно откуда вообще. Слушай, ну здесь, скорее всего, мы победим. Офигеть, бомбит, да? Катапультушка. Ну да, здесь побед за нами. Это вот я был, ребята, здесь. Это, прикинь, меня как скинули. Вот это вот, что фиолетовая полоска... Это у меня был результат. А теперь меня скинули. Да, теперь наверстывай называется. Ну, давай рулить. Так, это что у нас? Сейф. Найден королевский груз. Вот, обожаю, когда за рекламу. Забираем. Так, 5 гемов. 25 изумруда. 114 монет. Опять же, темная лучница. И воины. 50 голды. Мне все равно, ребята, кажется, что игра заточена под донат. Потому что, ну, здесь иногда уровнем послабже тебе появляются противники. Но с такими войсками, что... Как тут вообще думаешь, как с ними тут можно вообще справиться? Так, давай посмотрим. У нас 600 монет. Я могу прокачать... Хоть что-нибудь. Так, это что у нас такое? Это башня, что ли, на прокачку? Я бы, наверное, лучше бы прокачал вот их. 1000 нужна. А вам 550. Вот вас я и прокачаю. Так, и поставить как-то надо, я не знаю, в разнобойку, что ли. Стоят они все в одной куче. И бомбера вот сюда влепим. Ну что, погнали дальше, попробуем. Ага. Башню уничтожить, да? Мою бомбочку. Трындец, опять.
Вот эта башня, конечно, тоже бесевая. Смотри, 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 что вытворяют. Все, фейл. Специально было сделано, ребята, на дальней атаке у него все заточено. Зачем я сюда башню так далеко поставил? Надо ее ближе влепить. Ух. Алхимики бесявые, конечно. Вот то, что они закидывают и замедляют. Правда, вот именно на зомби вот эта вот гадость их не влияет. Она вот на лучников хорошо действует. И вот эта паутина. Паучок этот бесявый тоже, конечно, раздражает сильно очень. Выплевывает свою паутину. Точнее, пауков этих. Вначале по одной штуке, потом по две. Ну, короче, все зависит от прокачки. И, как ты видишь, лучники уже начинают подбегать. Фиг его знает, как быть. Не знаю, ребят. Скатился до самого не хочу. Может быть, что-то поменять. Если я поставлю, ну, вот сюда, предположим, вышку. Как-то так, что ли, сделать. Тут надо, ребята, тестировать разные комбинации. И причем одна вот эта комбинация может где-то сработать, а где-то может не сработать. Вот вышку я поставил наверх, а он почему-то внизу уже идет. Опять эта паутина у него там. Ну да, у него внизу паучиха это. Смотри, смотри, башня бомбит. Все, успели уничтожить мы ее. Но здесь, видимо, победим. Зомби, куда вы пошли? Да, здесь победа. Но это, извини меня, одна победа из 10 проигрышей, конечно, не катит. Так. Ну что, еще разочек? Поехали. Так, сундук. Ну это уже за бабло, наверное, скорее всего. Да. 7 тысяч золота плюс 200 лучников. Вот так вот, ребята. У кого есть деньги, покупает. И, соответственно, потом ты представляешь, сколько лучников. И он их прокачать может. И, естественно, они тебе потом таких звездюлей надают. Опа, опа, опа. Бубух все. Алхимиков нужно бомбить. Где мой этот? Я не могу понять. Смотри, ассасины всех вырезали. Ну... Давай, 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 прожимаем, прожимаем. Их осталось чуть-чуть. Да ладно. Победили. Окей. Так, погнали дальше. Может быть, действительно убрать один отряд топорометателей, поставить алхимиков? Не, не хочу. Алхимики, они у меня еще не прокачаны. Блин, вышка теперь опять не там, где нужно стоит. Так, а этот еще и защищается отряд от атаки дальней. Зомби, ну куда вы пошли? Так, успеем мы здесь их бомбануть или нет? Как вот ты думаешь? Сейчас только защита спадет у этого хламона, тогда возможно, а она не упадет. Она упала, но слишком поздно. Эх, лучников мы их расстреляли. А так было бы все хорошо. Блин, башня вот эта вот, зачем я ее наверх поставил? Надо сместить. Надо ее сместить куда-нибудь. Вот здесь пускай стоит. Поехали. Теперь грибы, блин. Я не понимаю, все специально, что ли, так все делается? Нифига у него там лучники. Посмотри, ребята, скин на лучниках какой. Вот эти вот зомби мощные чувачки, но такие медленные. Слушай, по-моему, нам тут крышка. Где мои все лучники? Кто их расстрелял? Их ассасины, видимо, вырезали, друзья, которые сзади были. Угу.
Их вырезали ассасины. Так. Но если я, к примеру, уберу один из отрядов, вот этот вот, у меня одна ячейка, да, освобождается, а мне нужно две. Так, стоп. Ну, эти нужны мне, орлы. Псов, псов, может быть, убрать. И вместо псов поставить ассасинов. Вот так вот. Две штуки всего лишь. Мало этого, конечно. Ну ладно, погнали. Нормуль. Смотри, 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 какая там резня. Просто резня. Вот где мои ассасины? Вот скажи мне, на милость. Я вот их не вижу вообще в упор. И пауки-то у него какие жирные, ты посмотри. Нет, все, тут фейл. Хотя ты посмотри, сколько у меня, ребята, кубков, да? И сколько у него. Как специально тебе говорю, подсовывают здесь не то, что... Ну, здесь, естественно, я же проиграл сразу же. Потому что у него тут... Вот, смотри, вон, ассасины рубят, и... Все, их раскромсали. Причем моментально. Я офигеть, смотри. Топорщики только остались. И, естественно, это паутина чертова. То есть, если хочешь выигрывать здесь, ты должен донатить, ребят. В другом случае просто никак ты здесь не выиграешь. Своими силами, но это нереально. Во-первых, тебе не будет выпадать очень много осколков. Вот смотри, ну что, ну что вот это такое, блин. Все сметают. Этот дед заморозка, ребят, я его, наверное, все-таки уберу и поставлю, наверное, этих алхимиков. Ну, здесь выиграли, да? Здесь победили. Башни эти мы с тобой уничтожим. Но я тебе говорю, одна победа после 10 проигрышей — это вообще не вариант. Так, дедуля, давай-ка мы с тебя уберем. Или ассасинов лучше убрать. Наверное, лучше ассасинов убрать. Так, давай мы уберем ассасинов и поставим алхимиков. Где-нибудь вот тут. Зомби лучше вообще на переднем плане ставить, ребят, потому что они какие-то, я не знаю, они мощные. Или просто прокачка, то, что у них до 5 уровня, это меня выручает. Допустим, вон, смотри, смотри, смотри. Видишь, уже отряд у него здесь заведомо подкрадывается ко мне и уничтожает всех. Там, соответственно... Смотри, смотри, просто тотальное уничтожение идет. Так, теперь лучники против лучников, да? Ну там у него лучники-то на одно дыхание, ребята. И все равно сейчас выиграет ведь, да? Или нет? Нет, не сможет выиграть. Мы все-таки здесь разрулили. Опять же, не без помощи алхимиков. Потому что они включили замедление. То есть они попадают в свои колбы и замедляют. Ой, ёх, макарёк. И повозка здесь дурацкая это. Со спины, вон еще псы, ребят, нападают. Ну, здесь явно мы сфейлились. Причем у него разве были алхимики? Или это кто у него там стоят? Скины? Ой, скины. Камни на замедляху, скорее всего, да? Все. Вот эту вот повозку, которую он выпускал. Такой бред. Она у меня есть, я ее тестил, она фигня. Наверное, нам лучше вот так вот тогда сделать. Убрать все-таки эти войска. Пускай идет первая башня у нас. Раз она стоит спереди. Она будет, по крайней мере, защищать нас от
От этих. Скажи, и я скажу. От бомберов. Вот так вот мы сделаем. Ну-ка. Ё-моё, ты посмотри, вот смотри, какая армия. И телега, да как он это все делает? Я, например, не понимаю. Это какого уровня прокачка должна быть, чтобы вот с такую армию, ребят, наплодить? Все, распетрушили. Надо, наверное, я не знаю, с десяток отрядов лучников прокачивать, чтобы какой-то эффект был. Ты посмотри, что делает. Тотальное уничтожение. Фигля, они стоят всего лишь одну энергию. Соответственно, если прокачать их целую кучу, да, этих лукарей. То есть, это заходишь в армию. Вот они, лучники. И вот их просто прокачиваешь. Вот, у меня три отряда, четвертого уровня. Но у него, поверь, в разы больше. У врага в разы больше, ребят. Вот. Крутим, смотри. Где уровень? Шестого уровня, шестого, ну ты понял, да? Големы там всякие шестого уровня. То есть ты их сам без доната не прокачишь. Плюс у него этот вон хламон есть. Смотри, что вытворяет. Естественно, молния попадает по лучникам, и они начинают помирать. Этот сейчас начнет крошиться. То есть, и пока мы здесь с тобой разбираемся с этими големами, пока этот ходит, как его звать-то? Ну, ты понял, богатырь, да? Они все издалека моих войск уничтожают. Вот и все. Трэш. Почему алхимики у меня стоят на переднем плане, я не понял. Так, я хотел вот этого убрать, а вместо него хотел что-то другое поставить. А что другое здесь можно влепить? Барабанщика не хочу. У меня первого уровня голем, ты представляешь? Может быть, вот так вот поставить? Даже вот так вот, наверное, будет лучше. Она защищает, ребята, от стрел, от всякой ерунды. Так, смотрим. В атаку. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, щит лопнул. То есть они уже его уничтожили мне. Это вот лучница, ребята, она стреляет и пробивает целый, ну вот, ряд. Но. Так, этих мы подбили. Но здесь победили. Допустим. Приближаемся, да? Тут до сих пор не могу ничего сделать. Давай еще раз попробуем. Псы. Ну что там за возня, ё-моё. Ты посмотри, там собаки всех уничтожили. Всех лучников пожрали. Да. Опять нифига не получилось. То есть вот дадут тебе одну победку, и ты должен ей наслаждаться. Куда ты побежал? Ну вот куда ты побежал? Ну куда ты бежишь? Ну тебе же сейчас сфейлят. Все, ребят. Какого у него уровня алхимики? Не посмотреть мне. И вот сейчас мы будем сливаться, наверное, раз за разом. Давай еще разок. Так, хотя бы паладина сразу снесли. Бесявый, блин, голем, а. И вот почему он расставляет именно вот так вот, чтобы все. Почему мои лучники стоят позади, блин? Мне нужно вот этого хламона еще. Его никто не трогает.
Его вообще никто не трогает. Игнорирует просто-напросто. Хотя он здесь вообще вражина номер один считается. У нас. Его никто не трогает. Просто обходят мимо. Давай, зомби, иди сюда. И всех в кучу вроде бы как бы нельзя ставить, потому что если они в кучу стоят, не дай боже, там катапульты будет или еще что-нибудь, их просто всех снесут. Ну и, естественно, монеты. С монетами тут, ребята, офигенные проблемы. Хотя, здесь где-то есть курс, что можно монеты обменять. Сейчас посмотрим. Артефакты. Так, это понятно все. В сундуках? А что за артефакты? Участвуйте в клановых рейдах с сложностью 5 или выше, чтобы получить редкие артефакты. Я не знал, ребята, что здесь еще и артефакты есть какие-то. А они, оказывается, есть. Подожди, а где же тут курс обмена гемы, например, меняется на золото? Вот. Обменяли, да? Так, что я хотел прокачать? Скажи мне. Скажи мне, и я тебе скажу, что я хотел прокачать. Ну, явно не капканы. Лучников? Это не тот вариант, по-моему, который я хотел. Не лучники мне нужны были. Алхимики, да, алхимиков может быть качнуть. Атака 16 становится. Плюс открывается ячейка. Так, что у нас тут? Камни силы защиты. Дальний бой. Двойной урон при атаке. Давай воткнем, пускай будет. Двойной урон при атаке. Так, кого еще можно прокачать? Этих. Пятый уровень. Хопа. Шестой левел, да, стали они. Так, а у этих камни стоят. Угу. На дальний бой. У этих тоже дальний бой. А у этих тоже дальний бой. Ну, что-то они как-то далеко, по-моему, стоят-то. Че, поехали, попробуем. Ролим. Так, здесь хорошо, сейчас взрыв будет. Опа. Да, они тоже мне, конечно, тут угостили. Видишь, алхимики, ребята. Ну все, 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 началось, блин. Псарни эти пришли и начался тут расколбас. Давай, давай. И стоит, как дурачок богатырь этот никчемный. Все, нас запинали, ребят. Нас тут просто запинали. Жесть какая-то. Все начиналось офигенно. И на тебе, блин. На повороте мы просто сливаемся. На ровном месте. Просто на ровном месте. Причем, блин, как собаки могут пробежать, ребята, если у меня здесь стоит отряд? Я вот этого не могу понять. Собаки не могли пробежать мимо. Они должны были столкнуться с ними. Но они пробежали. И добрались до моих алхимиков. Может быть, они их просто уничтожили так быстро, что я даже не заметил. Так. Так, ладно, допустим, здесь... А, вон они, ассасины, гаденыши. Из-под тишка в спину. Его осталось у меня сколько лучников, шижда не шиша. Че, опять фейл, друзья мои, по ходу дела? Я не знаю, ребят, как. Тут все-таки уровень решает. Мои лучники, ну, просто не справляются по уровню. Может, убрать этого бомбера? Так, с другой стороны, а при чем здесь бомбер, да?
О-о-о, телега. Ну разве это вот, блин, не фарт, а? Три случайных отряда, блин, выпало. Пипец. Ну и что ты вот здесь сделаешь? Да ничего ты здесь не сделаешь. Абсолютно. Расфигачивает просто, мама, не горюй. Как здесь, блин, заработать 10 уровень? Объясни мне. Ну вот как? 6, 5, 4 уровень паладина. Офигеть. Собака, я не знаю, какого уровня. Не просто сметает все на своем пути. Плюс вонючий паучий он там бежит. Моего паладина просто уже не стало. Все. Все, смяли, ребят. Я умываю руки. Это какой-то трэш. Просто трэш. От этой вообще толку никакого нету. Песики. Ну и что? Ну что вот песики? Поставим их сюда, вот назад. К примеру. Поехали. Кто бы сомневался, что у него будет именно вот такой отряд. Псы просто, ребята, погибают моментально. Не успевай даже добежать. Давай, вот зомби. Вот зомби — это единственное, на который сильный отряд. Все. Который тут сминает все на своем пути. Они живучие, они при этом еще не могут заражены быть этим отравлением. Так, 523. И вот так вот меня сейчас, ребята, оттуда-сюда будут. Сейчас, вот смотри, победу сделали, да? Сейчас вот как специально все будет идти против меня. Смотри. Жесть, блин. Мои собаки просто снесены, ребят, с лица земли. Ну как такое может быть? Я не понимаю. Это может быть какие-то другие. Да нет, это те же самые лучники. Просто скин поменялся и все. Да ладно, неужели вернулся в свою стезю? Двигаемся дальше, ребят. Ну почему грибы именно сюда поставили, а? Смотри, 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 столкновение. Тут столкновение. И там столкновение. Да, тут... Тут, по-моему, прижучили нас, или как? Мы пытаемся, конечно, тут... Сейчас пойдем через грибы, да? Смотри, 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 замедляха. Ну, замедляха здесь очень хорошо помогает. Вот эта вот чума. Возможно, за счет нее мы с тобой здесь выиграем. Да, победа. Так, 850 нам нужно с тобой, чтобы перейти на новый уровень. А у нас 624. Фух. Поехали. Угу, корни, да, все дела. Так, ну допустим. Ассасины, что? Ты посмотри, они просто вырезали отряд, блин. Просто взяли и вырезали, блин, отряд. Ушлепки эти ассасиновские. Давай, давай, ребята, жмем. Я знаю, что вам тяжело идти по этим корням, но офиг делать. Надо этих лучников наказать. Есть. Хух, это по сколько мы получаем? По 20 очков, да? По 20, это ё-моё. Да дофига нам тут нужно. 348 монет. Кого можно прокачать? Вышку я могу это прокачать, что ли? Так, у нее тоже, оказывается, есть ячейка. Опа. Увеличивает силу атаки на 25%. Немедленно убивает цель, если у нее осталось меньше 15% здоровья.
25% шанс оглушить цель на 3 секунды, будучи атакован. У меня в ближнем будет фигня. Снижает весь, это фигня. Вот, наверное, да? Вот это я применю. На 25% к урону 550 нужно голды. Ну, посмотрим. Посмотрим. О-о-о, псов, смотри сколько. Отряд там, псарни этой. Разнесли. Слушай, ну здесь вообще хорошо пошло. Больше, конечно, снесли, но даже песики еще выжили у меня. Ну, смотри, засуетилась, засуетилась. Все, хана. Отлично, так, 660 у нас, да, получается. Еще чуть-чуть, ребята, еще чуть-чуть. Буквально, буквально 200 очей, и мы перейдем. Так, а что у него тут такое хитренькое? А, катапульта. Ё-моё. Лучники, вы бы бомбили. Сейчас же будет. Блин, вышку уничтожили. Вот, вот это вот, ребята, дерьмо, конечно. Когда позади катапульта вот это вот стоит, строчит. Это трындец. Ну ты видишь сам, что происходит. Мы пробить не можем этот щит чертов. И, соответственно, проигрываем из-за этого. Потому что мои войска почему-то не могли туда пробиться. Вот сюда вот. По какому-то хрену, блин. Сейчас еще и бомбу заберет, блин. Трындец. Ага, ассасины здесь, ё-моё. Так, ну мы тоже тут, смотри, неплохо ему покромсали. Блин, замедленный этот богатырь, блин. Давай, вот этих, отлично. Слушай, все, голема разобрали. Сейчас мы его уничтожим. И будет все великолепно. Три осколка осталось. Есть. Так, это получается 680. Блин, 680, нужно 850. Блин, может быть, этого как-то вот так вот поставить, чтобы ровненько было. Ну что, ребята, поехали. Блин, не успею добежать. Две вышки. И катапульты опять, а? Вот я вот, когда вот катапульты здесь, я жалею о том, что у меня нету ассасинов. Почему именно ассасинов, ребят? Ну, только они могут ее быстренько порвать. Практически моментально. Вот, вся надежда вот на этот отрядик. Но он сейчас... А, нет, побежал, все правильно. Все правильно, молодцы сделали. Я думал, сейчас они побегут к этой вышке. Есть контакт. Так, итого мы уже 700 получаем, да, с тобой, очков? Ребята, еще 150. Еще 150 нужно. Я пока не буду ничего здесь менять. Тактика вроде бы пока заходит, слава богу. Воу-воу-воу-воу, сейчас все взорвем здесь. Смотри, 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 какая туса на тусу. Слушай, а по-моему здесь... Вот зомби, в зомби хорошо тут обороняется. Но, по-моему, мы фейлимся. А кто моих лучников всех вырезал? Я просто не успел, ребята, контролировать за всем полем боя, смотреть, следить. Но кто лучников-то меня убил, уничтожил всех? Я не понял. Да. Так начиналось все круто. И на тебе, блин. Так, подожди. Если я, например, уберу... Нет, невыгодно мне убирать. Может, паладина сюда поставить или куда-то назад. Почему я его называю паладином? Это этот у нас. Надо сзади кого-то держать, потому что постоянно появляются противники. Вот эти вот всякие ассасины. Ну, ты понял, да? Да ёб просто, теперь этот хламон здесь. Трындец, блин. Да бомбить его вот этого вот хлыща, блин, а. Нет, 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 нет. Если они этого
дармоеда не уничтожат все, мы тут сфейлимся, потому что он начнет сейчас своими молниями. Да неужели? Неужели доперло до вас, блин? Ну все, тогда победа здесь за нами, ребят. Да-да-да-да-да, потихоньку-потихоньку, но мы их разберем. Все. 724 очка. Хочу левел взять сегодня, ребят. Попытаться. Опять грибы на дороге. Ну, блин, минус башня, естественно. И вот в эти моменты мне не хватает, помимо того, что у меня нет алхимика, ой, заморозки, вот он мне нужен здесь. Он вообще бы здесь офигенно, ребята, разруливал. В совокупности с алхимиками. Ну, ты понимаешь, да? Так, что у нас тут происходит? А, все, я думаю, победим. Тут у них отряд лучников остался. Куда вы бежите? На грибы не вздумайте вступить, а то... Будет тебе. Есть. Так, 740 очков мы получаем с тобой. 740. Так, ролим, ребята. Как мне заколебали эти грибы, а? И опять он свою эту вшивую защиту поставил, да? Воу-воу-воу-воу, мы туда ворвались просто офигеть, как, смотри. Вот это я понимаю, ребята. Забомбашили просто без шансов. Так, 760. Близится, ребята, 10-й левел, близится. Блин, не успеет добежать, взорвется. Так, а вот это вот что? Это Франкенштейн, я так понимаю, это и есть тот самый... Вон, смотри, видишь, ассасины? Они уничтожили мне как раз весь... Всех моих лучников. Смотри, вырезает. Все, ребята, они вырезали моих лучников, соответственно, мы здесь фейлимся. Пипец. Это какого уровня там они должны быть, чтобы они справились со всем отрядом? Причем даже несмотря на то, что вот здесь вот стояли у меня... Топорометатели. Ну вот как это может быть, блин? Вот иногда просто удивляет это все. Смотри, сколько он поставил этих лучниц темных. Это, ну-ка давай, правильно, вот туда вот им ядиком. Я туда закидывайте, говорю, блин. Вот алхимики начинают работать, отлично. Все, им крышка сейчас должна быть. Есть. Фу, 780. То есть еще два поединка и будет у нас 800. А там два поединка и 850. Окей. Куда ты помешал-то? Алхимики, вот нафига вы так подходите близко? Вот нафига вы так подходите близко? Я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут сминают. Так, этого надо богатыря уничтожить. Есть контакт. Там уже, смотрю, у меня подбежали к лучникам. На тебе. Так, алхимики, тут прикрывайте, пожалуйста, вот внизу. Все, нормуль. Есть. Победа, ребята. Валду отдуплился. 800. Ребята, 800 очей. Еще два поединка, ну, 2,5. Че несу, какие 2,5? Три поединка, и все будет окей. Так, что у нас тут? Тут тоже фигово все очень. Тут щит. Нам нужно за щит зайти. Так, этот голем еще мешается. Алхимики, правильно, молодцы, красавцы. Вот, блин, опять щит успели поставить, да? Лучше жарит. Богатыря моего, ребята, уничтожает. Блин. Как думаешь? Сможем пробить их здесь? Сможем. Все. Так, эту темную лучницу надо еще бомбануть. Серьезно, блин? Ты видел, да? Темная лучница, ребята, пробила просто-напросто все, что могло. О, вот здесь хорошо сейчас бомбанет, смотри. Бу-бух. Колоссальный урон. Плюс замедляшка. Все, как я люблю.
Ну, естественно, мои собачки сейчас тут покромсают. Норм. Так, это получается 820. Ребята, близится 10 левел. На 10 уровне будут новые юниты доступны. Корни, зачем они там нужны? Ну, в принципе, замедляйтесь только, да? Так, мои здесь, видишь, бегают. Так это замануха прям. Это, блин, замануха, эй. Да что ж такие крепкие-то там у тебя за войска? А чё? Да я понял, рыцарь моего уже уничтожили. И все, и смотри, 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 дальники одни остались. А, нет, мы пробили щит. Правда, она сейчас может его опять восстановить. Трындец, тогда нам крышка, ребят. Или нет? Все, победили, блин. 844. Друзья мои, финальный бой. Финальный бой до 10-го. Ой, ну да, до 10-го уровня. Поехали. Так, ну тут ассасинки. Вон они. Так, нормуль. Мы им не дали шансов. О, у него тут телега. Ну, паладин, давай. Почему я называю паладин? Это же богатырь, ё-моё. Да бомбаните вы уже, в конце концов, этих хламонов-то. Красавцы. Справились, справились они со своей задачей, ребята. Фью. Есть, наконец-то. Наконец-то, друзья мои. Мы получаем с вами. Ведь получаем же. Или не получаем? Рыдовый эликсир. Эликсир времени. Так, эликсир здоровья. Рыдовый эликсир. Так, эликсир иммунитета. Эликсир точности. Увеличивает силу атаки отрядов. Ага, дальний бой на 25%. Стоп, погоди. А 10 уровень-то когда будет? Ага, 6 кубков еще нужно, да? Окей, 6 кубков, ребята. 6 кубков. Поехали. Да блин. Да что в тебе, блин? Ну как так-то, а? Песики, песики, песики. Что-то здесь не то, ребят. Что-то вообще пошло не так, как я хотел. Как эти собаки умудрились пройти? Блин, 6 кубков оставалось. Точнее, ну да, 6. И теперь 13, блин. Сейчас. Ну, пипец. Минус вышка, блин. Все, да? Сейчас начнется здесь тотальное, блин, истребление. Давай, давай, бегите, бегите к этой катапульте вшивой. Уничтожили, молодцы, красавчики. Тогда все, тогда ханаем. Наверное. Вышку вот эту подбейте, пожалуйста. Есть. Фью. Так, отыграли мы с тобой 7 очков. Но это все фигня. Нам нужно еще сколько там получается? Опять 3 очка. Опять 3 очка нам нужно. Ох, солидно. Сейчас бумкнем. Опа, как крутенько-то. Вот это, кстати, хорошо. Что тут полотряда мы ему сразу взорвали. Тут, скорее всего, победим. Все, растоптали. Есть. Ну что, путь командира 10-16 достигнете 10 ранга, друзья мои. Достигли. Сегодня мы его достигли. Жуткие горы. Так, ранг повозки вырос. А вот, ребята, вот этих я еще ни одного не видел. Что это за юниты, я ума не приложу. Так, выпадает нам 256 монет. 50 изумруда. Темная лучница. Вот, это что такое? Это, ребята, призраки. До атаки противника призраки невидимые и могут проходить сквозь препятствия. Становятся незаметными, передвигаясь к новой цели.
То есть они невидимые, пока не дойдут до юнита и не начнут его бомбить. Так я понимаю. А кто вот эта такая? Блин, и не почитать про нее ничего. И цветочек какой-то здесь. Окей. Призраки. Я не знаю, стоит ли их прокачивать, ребята. Призраков тех. Мифическое растение, управляющее разумом. Ну, вот этого еще не хватало. То есть они хотят, чтобы что мои юниты можно будет взять под контроль скоро. Так я понимаю. Так. Добавилось, да? Где этот охламон, который мы... Так, вот они. Сколько они требуют под себя? Одно. Слушай-ка, может взять, попробовать, ребят. Не знаю, насколько они хороши. Но атака у них приличная. И причем они занимают всего одну ячейку. Ну давай я вот так вот для пробы, ребята, возьму. Ух ты, зима. Отличный скин. Бессмертный. Ну что, попробуем. Так. Взорвет, интересно или нет? Взорвал, молодец, красавчик. Так, вон они, ребята, призраки идут. Ты, что? Что он делает? Он то ли берет под контроль. Да, ребята, этот цветок берет под контроль наших юнитов. Ты понял? Офигеть, вот этот цветочек, ребята, это лучше, чем вот эта башня, получается. Так, мы не можем пробить. А, нет, пробили, все отлично. Это вон, надо уничтожить хламонку. Все, победа здесь за нами. Давай, давай, давай. Есть контакт. Шикарно. Фух, друзья мои. Шикарно, круто, забавно. Так, ну а мы, пожалуй, с тобой, наверное, будем на сегодня заканчивать. Итак, нервишек потрепало мне все это. Не слабо. И хочу, ребят, конечно же, дождать нового сезона. И как-то вот эти вот задания надо выполнить. Потому что 499 голды на дороге не валяются. И 255 опыта тоже, как бы, пригодились бы. Ну вот, победить в боях против вражеских отрядов барабанщик с помощью паладина. То есть, не пойму я. То есть, у врагов должен быть еще тоже барабанщик. Видишь, против вражеских отрядов барабанщик с помощью паладина. Можно, конечно, это все прорулить, заменить эти задания. Но это уже будет в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока и до новых скорых видосиков.